Всем привет, значит, мы сейчас в Вегасе, короче. Прибыли в ТЦ Вегас. Вот ребята, все участники. Это школота, смотри. Вот школота. Это уже повзрослее контингент. Ну и я тоже. Сейчас мы, короче, будем видос пилить. Ребята пойдут в Ашан, нарвутся на охрану, я так понимаю. И охрана будет до них докапываться, они будут отстаивать свои права. Скорее всего, у них не получится, и потом мы попробуем им помочь. Может быть, у нас получится. Что-то примерно так. Баряна есть, палка с GoPro. Короче, все полной амуниции. Ну все, в общем. Все готовы? Пойдем. Ну вот и долгожданный момент. До наших школьников докопались. Сейчас они ведут диалог, беседу. Снимай, снимай. Только ты снимаешь, будешь выкладывать вот эту хрень. Лучше бы работали, бы шли. Ага, вы понтуетесь вот это вот снимать. Вот я и говорю, вот шоу устраиваете. Ну я говорю, лучше бы работать дома. Вы хотите куда-нибудь, пошли помогать. Помогали бы родителям, они таким дешевым понтами занимались. И вот сколько я знаю, снимают до тех пор, пока... Как только кто первый, начинают уже... Смотри, стоит, видишь? Ну а что он делает? А, и ты будешь подраться? Я? Да. Больше нечего было, нет. Чего? А что ты должен делать? Какие вопросы? У меня никакие. Абсолютно. Да? Я? А он что такое называется? Давай проработаем, мы проверим ваши документики заодно. Снимают в YouTube, это дебилы. Вот это поворот! Голос не повышаем, давайте успокоимся уже. Нет, тусоваться будем. Да у вас тут не раз людей. Голос не повышаем. Пройти туда. Я хочу в другом. А там еще, ребят, красавица или что? Ку-ку, ёпта! У вас тут не раз людей сбивали, Да. Вы присутствовали при этом? Я говорю, хотели жевать, вы очень вы при этом присутствовали? Конечно. Какие знакомые лица, да? Знакомые? А вот это вот что у вас за новый человек? Лучше бы работали. А это что у вас за новый человек? Лучше бы работали. Это что за новый человек, я спрашиваю? Они таким дешевым способом бегали здесь. Это ваш или нет? 5 лет? А он на работе сейчас или что? Пусть он наденет форму. Бейджик. Бейджик у вас есть? У вас бейджик есть? Руки уберите. Молодой человек, у вас бейджик есть? У вас бейджик есть? Бейджик есть, я спрашиваю? Руки уберите. От кого? Тебя? Вы кто? Хочу и трогаю. На. Руки, вы кто? А ты кто? А ты кто? А ты кто? Нет. С тобой общались? Общались. Да? Да. Ну вы кто? А ты кто? Вы куда шли? А? Вы куда шли? Подожди. Вы куда шли? А? Вот в татуху? Да. А что ты меня не помнишь, что ли? Дружище? Что меня толкаешь? Ты меня не помнишь, что ли? Не помнишь, что ли, меня? Что ты меня не помнишь? Ты нахуй, ты все. Че ты нам? Че? Че нам? Че? Че нам? Че? Бить можешь, что ты? Провоцировать пришел? Да. Красавчик? Да, именно тебя хочу провоцировать. Давай. Именно тебя хочу. Провоцируй. Вот, уже провоцирую. Уже провоцирую. Провоцирую. Все, уже провоцирую. Ну, еще. Жири, сейчас я достоин уже твоего внимания. Давай, достой. Спустился с небес такой ко мне. Ну, можешь послать пускать? А? Сказать, что ты хочешь, можешь? Я уже сказал. А ты? Ну, давай. Пойдем, что ли? Куда? Ну, пойдем, что ли? Можешь, ты же мужик. Можешь пойти? Я мужик, я уже сказал. Вот, смотрите, киногерой. Киногерой, это тоже еще. Бэтмен киногерой, Бэтмен. Бэтмен, давай, я даже потерплю немножко. Давай. Я потерплю, я тебе говорю. Эти люди нам о культуре говорили, когда мы выходили. Что ты нюкаешь? Ну давай, говори. Снимать его можешь. Ты мужик или тряпка, я не понял. А ты мужик или тряпка? Ну я-то ничего не говорил. Ты только камеры свои можешь делать. Я-то тебе ничего не говорил. Я тебе ничего не говорил. Ты мне не говорил? Да, я не говорил. А что ты меня цирк устраиваешь? Нет, ты сказал, я тебе уебу или что-то такое. Вот я тебе говорю, давай я потерплю. Ты отвечал за свой базар, надо мне сейчас. Секунду, что ты дал, что такое. А? Мне да. Да? Явно себя так же. Ты в этом уверен? Ну да. Это еще записано. Ну, ты мужик я или нет? Я же мужик. Так это не видно. До школьников только можешь докапываться. До школьников? Конечно. Я могу до тебя докопаться в любой момент. Ну и выключи что? Камеру. И что ты будешь? Я пойдем отойдем, если ты этого и что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Да разорву тебя пополам. Так ты сейчас разорви, Ты что меня толкаешь? Да я говорю, сейчас разорви. Разорви сейчас, что ты? Я тебе ударю, брат. Так я же тебе говорю, давай. Дебил, блин. Вы дебил, вместо того, чтобы работать вам, идти жить вам дебил. И вот это вот дебил главный у вас. И как у вас такой дебил может... Как ваш такой дебил может так долго долго работать здесь? Вам работать надо, а вы дебилы, бегаете по линии. А с чего вы решили, что можете до школьников докапываться, я не пойму? До каких школьников? До этих школьников. Это ваши люди. Поэтому эти все понты ваши дешевые. YouTube они выкладывают. Вы до конца выкладываете. Выкладываем.
У него такое чувство, как будто он супергерой, я тебе говорю. Он супергерой такой, короче, я тебе говорю. Он знает, что здесь. Он знает, что здесь куча. Куча у него таких. Не-не-не-не. Отойди. А то что? Он чувствует, что у него здесь куча этих охранников шестерок, и он такой, знаешь, типа босс, предводитель обезьянок, да? Герой? Ты предводитель обезьянок? Герой? Это ваш начальник? Начальник он? Я волнуюсь, да. Ну, я тебя спросил просто. Подожди, ты читаешь, вот правильно? Ты же мужчина, да? Ты сказал, что я под прикрытием, правильно? Пойду туда, за да, да. Можешь пойти? Пошли. Туда. Ну, пообщаться с людьми. Нет, где? Если ты хочешь просто пообщаться, ты можешь здесь общаться. Можешь? А ты можешь насрать кучу здесь обрезать? Не можешь. Если ты мужик, оближи кучу, я насру. Что ты мне тут свои условия ставишь и такой думаешь? Слился. Что? Ты куда слился? Нет, просто. Давай смотри, давай сделаем так. Слился, как, давай как сделаем. Как обычно ты делаешь, попрозуешься и сольешься. Я подожду, пока ты потанцуешь. Нет, слился. Нет. Да давай договоримся тогда, если ты хочешь. Ты мне просто скажи, что ты хочешь. Так я не понимаю, что ты хочешь. Ты иди сюда, объясни, что ты хочешь. Прикрытие, пошли. Так ты что хочешь? Давай, поехали. Нет, вы можете к нам прийти. Он говорит, давай, все на меня. Сейчас мы тебя догонять будем. Так, ребят, мы сейчас на вас заявление пошли. Да. Пошли вместе напишем. Уже пошли писать. Кто? Кто? Это, наверное, туда пошли с кулаками, да? Писать. Пошел. Да. Так что, ребят, тоже пойдите, сейчас да. Расскажи, что он вам говорил? Начал что-то про мою маму говорить. Я ему говорю, ты про мою маму ничего не говори, пока я про твою не начал. Он так сразу... Бык. Вот, смотрите, команда Ашан. Да, нет, просто немножко поругались и все. Мы сами по себе дружелюбные ребята. Да, нет, они до школьников. Вот у вас киногерой. Он давно у вас работает? Это вот этот? Слюф. Киногерой. Да? Слюф это чего? Он как вообще нравится вам этот Бэтмен нравится вам? Он до школьников начал докапываться, кто ты там, что-то такое. Что он еще подробно говорил, ты не помнишь? Какие проблемы у вас? Какие проблемы школьникам начал объяснять? Ты иди во дворе вот так, у себя со своими там корифанами, которые бухаешь. Вот с ними так разговаривай. Я же с тобой разговариваю. Но меня раздражает просто. Да пусть он убали тогда отсюда. Да, пускай стоит, он тебе не мешает. Да мешает, у него вид противный, мерзкий. А все, а потом мы уже просто включили камеры, чтобы он не смог отвертеться от своих вот этих вот гнилых понтов. И записали это все на видео, естественно. И опубликуем, все. А он начал скандалить, он начал говорить, пойдем выйдем. У меня вот вопрос, выйдем мы, и что ты будешь делать? Ты будешь драться или разговаривать? Что ты будешь делать? Я тебя перебивал. Ты говорил, я не перебивал? Ну. Отлично. Ты сейчас задал вопрос? Ну. Теперь я говорю, правильно? Давай. Я тебя не перебивал. Отлично? Ну. Отлично. А, ты как мужчина сейчас говоришь, во-первых. Если ты говори, говори так, как оно есть, правильно? Ну. Остановились, поднял кипиш, и меня там не было, правильно? Пришел, когда уже вы начали уже конфликтовать, правильно? Он по маме ругал тебя? Нет, другой. В то время, когда все началось. Все, извиняюсь, другой сказал про маму. По маме другой, извиняюсь. Во-вторых, провоцировать начал ты. Толкать меня, руками хватать ты, правильно? Да. А ты после этого хочешь что, чтобы с тобой ласково, что ли, обнимали, что ли? А как ты хочешь? Целовали ноги, что ли? А как к тебе относиться, если вы к школьникам постоянно вот так, пойдем, выйдем, и вот так вот и так руками заводите людей в особые помещения? Деле, вы так делаете или нет? Я так делал, руки убери. Ты говорю, делал так, ёптать. Ты лично мне так делал, придурок. Я уже не человек, бля, я зверь, нахуй. Вот это игра актерская. Есть, это чем? Держите его семеро, держите. Он сейчас всех порвет. Это охранник, он просто без формы. Мы будем частенько так делать такие вот уточки. Частенько будут проходить школьники, девочки. И когда вы будете до них докапываться, мы, естественно, будем до вас докапываться. Иди гуляй, молодой. Ну, я и так гуляю. А мне мешает работать просто. Нет, а вы не мешаете людям жить. Мешает жить? Конечно. Вам никто жить не мешает. Как это не мешает? Тебе приятно? Тебе приятно было, что тебя задерживают? Нет. Ну, ему неприятно. До случая все, правильно? Вы меня задерживали. До случая все, правильно? До случая? Да, до случая есть. До случая? Да. Не понимаю, что это. Ты не понимаешь, что это? Ну, смотри, заходит кто-нибудь какой-нибудь дебил, правильно? А, до ну, дебилов-то что, надо задерживать. Ты будешь потом снимать, бегать останки какие-нибудь, да, вот так вот. Вот, смотри, там ногу оторвало, да? Нет. Ты будешь кайфовать от этого? Этим занимаются вообще не вы. И у вас нет, наверное, даже допуска до этого. Человек. И когда кто-то украл, вот тогда и задерживайте его. А когда человек ничего не крал, зачем его задерживать? Да? Да. Ну, может а быть. А вы правы? Ну, может да, быть. Я прав. Нет, вы правы. А, щемись, главарь бежит, щемись. Сейчас она будет всех клоунами обзывать. Вот видишь, как тебе, как ты психуешь, как ты гневаешься. Слушай, понимаешь, видишь, я, как я тебе не психую, псих я берет? Не психую. А почему их не должен псих брать, когда ты пристаешь к ним? Я не приставал. Ты приставал? Я не приставал. Приставал, я что там, слышь, схватил там, дай мне. Да любое, любое какое-то. Я подошел. Да любое приставание. Будьте любезны, что там поработало. Если вы сказали, будьте любезны, вы прям вот так тянулись. Ты начинаешь сразу. Нет, просто вы все так трясетесь. Не ругайтесь, не обзывайтесь. Нет, вы так трясетесь, я уже не понимаю.
плохо. На, где трясусь? Ну, где трясусь? Да я рука трясется. Ну? Где? От ваших этих. Мы не ожидали, что тут так вас встретят. Ой, мы так рады, если честно. Это ваши, наверное, не ожидали, что мы их так встретим. Да. Мы полицию будем ждать? Представьтесь, пожалуйста. Да? Представьтесь, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, представьтесь. Покупатель на вас написал заявление. Мешаете работе всего Ашана. Представьтесь. Я в резерве. А что вы здесь делаете? На вас смотрю. А меня Руслан зовут. А можно знать, что значит в резерве? Это на скамье запасных, типа. Отдыхаете? А, это вы просто досуг проводите. Пойдемте со мной, делать нечего, пойдемте вас. Досуг проводит. Женщина досуг проводит. А? Выходной день, вот мне, чтобы это называется... да, там гладить. Нет, вещи, она... ты не понимаешь, это называется любовь к работе. Она даже по дороге домой людей досматривает. Так, ну-ка, что у вас в пакетах? Ты горластый делся, который... Пойдем, пойдем. Его унесли, он чуть нас не порвал всех, вы что? Слава богу, что нас спасли. Ну, пойдемте, покажите, покажите. Они нас как только здесь тормознули, они говорят, все, затаскиваем, их нечего говорить, 101-ю комнату. Или как-то. 101-ю комнату. Ага. Какую-то там комнату, ну там... То есть не о чем говорить, то есть когда ты пытаешься объяснить, почему ты прав, они... Они ничего не нарушают? Они сразу тащат туда. Они пытаются количеством давить, там, кричать, перебивать. Но это как будто приматы, я не понимаю. Ну-ка, они давай. Нас будут сюда пытаться затаскивать. Ай-яй-яй-яй, не открывается. Если читали роман 1984, там была комната самая страшная для пыток. Она, по-моему, называлась то ли 100-я, то ли 101-я комната, в которую боялись вообще. 101-я? Да. Ну, пожалуй. Они, это, короче, герои из этого романа, да? Выходят слухи, что там дракон живет. Здравствуйте. Это охрана, а я тупой комяк, значит. В общем, мы закончили сегодняшнюю вылазку в торговый центр в Ашан. Закончили, и вот наши герои. Да, герои нашего времени, ребята. Школота. А это блогеры. Йоу. Самые продвинутые блогеры. Это охранник опять. Да. Но мы все время будем к нему возвращаться. В общем, было очень прикольно, в принципе, получилось все, что хотели. До школьников докопались, начали агрессивно к ним относиться. Уже начали их туда-куда-то там толкать и уговаривать. И тут вступили мы, конечно, и уже совсем по-другому разговаривали. В итоге они их не досмотрели, их не затолкали в эту комнату. И в итоге они все разбежались. Значит, все-таки какая-то победа есть. Может быть, они будут больше там аккуратнее, так скажем, относиться к школьникам хотя бы. Мне тоже лайки пускать. Хорошо.